Молочки, хорошая игра. Первая на выезде, так что продолжаем так же. Еще три игры. Мыла! Александр, с победой прокомментируй сегодняшнюю непростую игру. Тяжелая игра, да, и хорошие скорости у Динамо были. Вот у нас тяжело вкатывались в игру, не знаю, может быть, перелет немножко, два часа вот эти сыграли какую-то роль. Ну, так тяжеловато сегодня выглядели, мне кажется. Там мы тренеры обращали внимание, да, на скорость. Вот. Несмотря на что, да, несмотря на все трудности, как бы выиграли, два очка забрали. Я думаю, дорогого стоит. Я думаю, ну, самое главное сегодня результат. Все, мы выигрывали в счете, все время вели, но вот в конце опять же упустили и преимущество. Почему так получалось по игре? Ну, я говорю, по игре Динамо хорошо играл. То есть, как бы, была обоюдная игра, в принципе, я думаю, может быть, даже 3-3 где-то и справедливо было, да, после игры, потому что, ну, много моментов создавали. Вот, игра очень-очень близкая была, поэтому и счет такой. Сегодня очередной твой яркий матч, дубль, личный рекорд по голам вообще за сезон. Что можешь сказать, эмоциями поделись? Да ничего, как бы, даже говорить, если честно, ничего не хочется, как бы, сезон продолжается, еще даже половина чемпионата не прошло. Двигаемся дальше, смотрим вперед, посмотрим, что будет весной.